Я с радостью представляю новое направление компании «Сингента» — биологические продукты и э, питание растений. И я хочу вас познакомить с моими коллегами, менеджерами по развитию направления биопродуктов компании «Сингента». Э, Андреем Соловьевым, привет! Добрый день, коллеги! И Владимиром Илюшиным. Добрый привет. день, очень приятно быть. Оля нас представила как сотрудников компании «Сингента». Но ну, на самом деле лично я являюсь сотрудником итальянской компании «Валагра». Андрей непосредственно представляет «Сингента», э, а вместе мы представляем компанию «Сингента да. Биологикалс. Это новое направление, э, которое развивается сейчас в компании. Да, спасибо. Действительно, так объединившись, у нас родилось новое направление в Сингенте, Сингента Biologicals. Коллеги, расскажите подробнее тогда об этом направлении, пожалуйста. Да, Ольга, спасибо за вопрос. Как сказал Владимир, действительно это новое, интересное направление в компании Сингента, которая в себя объединила такой инновационный, такой инновационный симбиоз двух национальных компаний. Интернациональных компаний Валагра и Сингент. На сегодняшний день мы э, готовы предложить вам э, множество продуктов уже зарегистрированных э, в России. Э, мы также ожидаем большое количество новых продуктов э, в регистрации. И э, в будущем э, мы также будем акцентировать ваше внимание на абсолютно новых продуктах. Это линейки биоконтроля, э, то есть это биофунгициды, биоинсектициды. Которые также мы будем готовы предложить в ближайшие годы. Да, у меня такой вопрос он даже не от меня а нам часто в нашем же телеграм канале, да, в чате, который у нас есть агроподдержки, задают вопрос а почему Сингента, мировой лидер химических средств защиты растений, вдруг начала заниматься направлением биопродуктов? Позвольте, я отвечу. На самом деле это естественный, наверное, ответ на запрос отрасли. Как мы уже поняли, Syngenta Biologicals будет включать в себя не только средства биоконтроля, то есть всем известные биоинсектициды или биофунгициды, но в первую очередь мы будем говорить о продуктах, которые могут физиологическим образом повлиять благоприятно на растения. Это так называемые антистрессанты или продукты-биостимуляторы, которые имеют возможность или способность контролировать различные абиотические стрессы, вызванные окружающей средой, либо негативным воздействием человека на это культурное растение, и помогают обходить, либо справляться с этими стрессами, раскрывая потенциал растения. Более того, есть специальные биостимуляторы, которые могут стимулировать рост корневой системы, или, как мы сегодня видим на примере этих замечательных яблок, стимулировать рост и калибр выравненность этих яблок. И когда мы уже получаем продукты на полке, они выглядят еще более красивыми и естественным образом являются вкусными продуктами, которые, ну, не влияя на гормональном уровне, помогают нам собрать максимальный потенциал урожайности. В дополнение к биостимуляторам и к средствам биоконтроля в нашем направлении включена линейка водорастворимых НПК. И также хилатные формы микроэлементов. Все вместе мы называем это biologicals, потому что можем повлиять на растения физиологическим путем без наличия в составе химических компонентов, которые были синтезированы химическим путем. Да, добавлю Владимира, таким образом мы сконцентрировались на продуктах, созданных природой для природы. Да, Андрей, большое спасибо. Может быть, тогда подробнее расскажешь, какими продуктами представлено направление? Да, на сегодняшний день мы уже готовы предложить вам а, такие а, хорошо известные вам решения от компании Сингента, как изобиона Квантис. А также мы э, уже на сегодняшний день готовы предлагать э, всю линейку компании, всю зарегистрированную линейку э, продуктов компании Валагра. Это такие биостимуляторы, хорошо достаточно тоже известные, как РадиФарм, Бенефит ПЗ, Вива, «Активейв» и еще более хорошо известный вам МегаФол. Э, э, я, как уже сказал, мы ожидаем э, в будущем. Э, достаточно тоже широкую линейку биоконтроля и э, готовим, скажем так, рынок э, к этому. Ну, в Дополнение еще линейка есть водорастворимых МПК линий Plantafol и Мастера и микроэлементы в хилатной форме ЛСА, Лигносульфанат, Амония, это линейки Брексил, э, Кальбит С и Ферилиндриум. Да, коллеги, спасибо. Оль, я да, дополню да, да. небольшой момент, что мы на этом не останавливаемся. И, как Андрей говорит, в будущем планируем расширять регистрацию благодаря а, научным разработкам а, ученых компаний Валагра и Сингенты, благодаря тому, что компания имеет а, доступ к непосредственно сырью, из которого изготавливаются эти продукты, благодаря а, многолетней истории и опыту использования этих активных ингредиентов в продуктах которые впоследствии коммерциализируются, мы достаточно быстро и оперативно отвечаем на потребности рынка, предлагая новые решения нашим конечным сельхозтоваропроизводителям. И зачастую как раз наши конечные клиенты, кто сегодня присутствует в зале, являетесь драйверами новых продуктов. Я бы сказала, партнеры. Партнеры, да, да потому да. что это всегда взаимовыгодное сотрудничество. Да. И огромное спасибо вам за ваши отзывы, потому что вы мотивируете нас создавать что-то новое. И драйверами, и партнерами, да, это правильно. Да, да. А, коллеги, ну вот у нас уже сейчас да, достаточно широкая линейка, и как Владимир, ты сказал, что еще и планы по расширению. Но ну, ни для кого, мне кажется, нет удивления, почему в Европе развивается направление биопродуктов, а как какой у вас прогноз, насколько это перспективно будет в России? Отвечу достаточно просто. Это очень перспективно. И уже на самом деле сейчас большинство фермеров понимают ценность. Ценность сохранения урожая, ценность снижения погодных рисков, ценность улучшения, как мы много сегодня говорили, ценность улучшения качества и количества урожая. И на самом деле мы верим в то, что вот существующая мировая тенденция, которая показывает, что в ближайшие 10 лет э, будет, скажем так, более э, селективная борьба с патогеном, э, и в ближайшие годы, ближайшие десятилетия э, средства э, биологических решений, биологического решения проблемы будут уже в паритетном, э, скажем так, э, в паритетной доле с э, традиционными э, решениями такими как химические средства защиты растений. Поэтому это очень перспективное направление, рынок очень растет, поэтому мы, мы здесь находимся сегодня. Да, я еще добавлю, что к словам, которые высказал Андрей, на самом деле действительно тенденция идет к тому, что в будущем 50 на 50, наверное, в ближайшие десятилетия перспективы применения средств биологического происхождения защиты растений будут конкурировать с химическими продуктами. За счет чего вообще это может произойти? Если мы посмотрим на рынок трехлетней давности, большинство продуктов биологического происхождения имели достаточно низкое качество с точки зрения стабильности препаративных форм. То есть вопрос улучшения технологичности биологических средств защиты растений, биофунгициды, инсектициды будет являться главным драйвером расширения площадей применения и использования этих продуктов. Вторым, наверное, драйвером это будет все-таки экономическая составляющая. Сегодня мы много раз слышали о себестоимости, но себестоимость должна все-таки биться с эффективностью. Мы понимаем и прогнозируем, что себестоимость биологических продуктов будет все-таки более привлекательных для наших партнеров. И, безусловно, экологическое лобби. И в в грубом слове, как экологическое лобби, а в хорошем понимании этого смысла, все больше и больше вопрос возникает экологичности, особенно если речь идет о водоохранных зонах, о землях поселений, о экологически чистых продуктов и снижении пестицидной нагрузки на единицу площади, потому что мы состоим из того, что мы потребляем в пищу, и чем чище будут наши продукты питания, тем, соответственно, мы будем более здоровыми. И тенденция европейская, и в том числе в будущем и в России, идет к тому, что площади под биологическими продуктами будут увеличиваться. Добавлю Владимира, если мы говорим о трендах, вы уже сейчас можете посмотреть на среди участников выставки, сколько компаний предлагают свои биологические решения той или иной проблемы. То есть тренд явно на увеличение, если мы говорим что было в прошлом году, что в этом, в будущем году, я думаю, что будет еще более, скажем так, мощное биологическое э, решение. И они будут а, дополнять средства защиты растений. Абсолютно да. точно. А, спасибо. Коллеги, у меня осталось прям несколько очень коротких блиц вопросов. То есть я задаю короткий вопрос, ожидаю от вас короткий ответ. Готовы? Да, конечно. Ну, давайте попробуем. Номер один — биостимулятор. Я бы ответил изобион, мегафол. Ну, давайте, чтобы не вам, не вам, давай назовем его мегабион. Мегабион хороший назвал. Так, ну следующий вообще очень провокационный. Сингенты или валагра? Сингенты биологикалс. единственное правильное решение. Ну, хорошо ответил. Коллеги, еще вот так интересно, так как мы новое направление, поэтому можете поподробнее рассказать про свой возраст и опыт работы. Окей. Okay. Мне 33 года. Последние 10 лет я работаю в сельском хозяйстве. Также являюсь кандидатом в биологических наук. Так что мне тема биологической устойчивости, биологических предложений очень близка. Мы на самом деле молодые ребята, как вы заметили, 37 лет в сельском хозяйстве, уже непосредственно в практическом сельском хозяйстве с 2005 года. Был еще первым-первым поколением студентов компании «Сингента», но потом жизнь меня не связала с «Сингентой». И уже работая в компании «Валагра», «Сингента» выкупила эту компанию, вернула меня к себе в штат. Ну, хорошо, у меня последний близ вопрос. А, биостимуляторы или классические средства защиты растений? Ну, вы знаете, наверное, отвечая на этот вопрос, хочется процитировать известного английского гражданина «Взболтать, но не смешивать». Да? Джеймс а, Бонд, да? Бонд, Джеймс Бонд, да. <laughs> так вот, наверное, поскольку мы немножко ограниченного времени, а все-таки этот вопрос достаточно сложный и требует, скажем так, более детальной, детальной проработки, мы приглашаем да, обсудить этот вопрос, что можно смешивать, как встряхивать, что сбалтывать. Конкретно на нашем стенде мы сегодня, завтра, наверное, даже, может быть, и послезавтра здесь. Так что, коллеги. Ну, дополню еще один момент. Оля уже правильно сегодня сказала, я хочу использовать эту фразу. Они должны дополнять друг друга. То есть нет решения или-или. Это всегда должно быть в правильных пропорциях и дополнять друг друга. Спасибо большое за интересный диалог. Спасибо. Спасибо вам.